Я люблю Русия. Как проходила игра за столом, где одни девчонки? Ну, как обычно, на вечеринках у девчонок мы заказывали еду. Хотели попросить сериал поставить, но почему-то отказали. В принципе, было весело и расслабленно. Приятно провели время. Причем надо было сериальчики, я считаю, ставить просто во всем зале. Там мейн-эвент, не мейн-эвент. Телевизионную трансляцию можно было закончить. Там «Секс в большом городе». Ну, да. Финальный день главного события мирового покерного тура. 12 человек продолжают борьбу за первое место. Чемпион получит более 230 тысяч условных единиц и пакет на турнир чемпионов в Лас-Вегасе. Мы находимся за телевизионным столом. Через несколько минут здесь начнется финальная игра. Лидирует Ваге Мартиросян, но помимо него в этот день прошли Анатолий Филатов, Виктор Устимов, Владимир Лапо и игроки, чьи имена, в принципе, уже на слуху. Намечается очень интересное воскресенье. Телевизионную игру будут комментировать Дмитрий Шахов и Андрей Будыкин. Все к экранам. Толик, вообще хочу тебя поздравить. Ты знаешь, вот буквально один мостик остался, и из классных блогеров ты прям переходишь уже в разряд игроков крутых. Да, спасибо, Маш. Пожалуйста, как провел ночь перед финалочкой? Спал. Ты как думала, я провел ее? Не знаю, я думаю, ты там, может, медитировал. На самом деле, я обожаю, когда ты выходишь за финальные столы. Я тоже. Ты тоже, да? Но да. Я по какой причине? Я обожаю смотреть, что Лёля Филатова делает во время твоих финальных столов. Да, мы тут снимаем. Ну, ничего особенного, на самом деле. В общем, да. В прошлый раз Лёля, я помню, постила, какое солнышко в горах, и в другую твою финалку она постила разновидности крыс. Я предвкушаю сегодняшний день и Лёлины сторис. Ваге, вы начинаете день в статусе чип-лидера. Это уже круто. Как вы, расскажите, провели ночь перед финальным днем? Я спал очень мало, не получилось спать. Переживаете? Можно сказать, да. Привет, ну расскажи, что ты сейчас, в каких чувствах? Собран. Молодец. А ночь как провел? Спал, настроен на игру. Какие все молодцы, все спали. Я думал, нервничали, там, не знаю, оппонентов изучали. Оппонентов изучали, да, изучала моя команда. Да вот против кого сегодня будет волнительно играть? Ой, Маша, у меня такой стек 11 ББ, что никакого волнения. Запихали, удвоились, и все, и пошли дальше. Отличный Нет. план. Конечно. План очень простой. С таким стеком план всегда очень простой. Удачи. Спасибо большое. Как вы сегодня на игру настраивались? Почему на вы я начала? Пал. Ну, с уважением просто. А, ну да, точно, с уважением. Ну? Что? Спал просто. Пытался выспаться и все. Получилось? Не очень. Против кого играть будет волнительный? Против самого себя. Сергей, я сегодня за вами по пятам шла в казино, вот так гнали, и причем еще за час до начала игры. Да, боялся не успеть сегодня. Ну, просто совсем плохо сплю в последнее время здесь, по полтора часа, наверное, по два за неделю пребывания, наверное, поспал максимум часов 20. Это как бы не шутки, все знают мои близкие, окружение. Непонятно, с чем связано. Вот. Может, с тем, что вы за час до игры приходите в казино? Нет. Я вот вообще думаю, если мне здесь разрешат находиться, я вот здесь прям ночевать буду. Да, было бы очень здорово. Я давно хочу здесь спальники положить, если, и как бы забить. Мария, я знаю, у вас есть здесь, без сомнения, авторитет. Вы, может, как-нибудь повлияете на это. Вот там вот диван, например, очень отличный. Не, тот я уже забыл. Я сэкономил бы на апартаментах или нам на гостиниц. Отличный план. Вот отлично. Прям нужно здесь это небольшое общежитие казино Сочи. Да. Гарик Томасян тоже это предлагал. Гарик Джан, мой баклажан. Wow. What do you feel before the game? I feel great. I have good stack, so mm-hmm. I feel
pretty good going into this now. What night did you have before the final table, for the final day? What night? Yeah, did you sleep or? Yeah, I slept. I went to sleep and I had like 6-7 hours, so it's fine. Дорогие мои господа, у нас все готово для продолжения мейн-эвента. Blind date 25 000, 50 000, untape 50 000. Мы продолжаем. Всем удачи. Дмитрий Шахов. Знаменитый голос из трансляции. Димочка, как прошли последние два дня трансляции? Очень интересно. И все? Ты выговорился, мне кажется. Да, надо смотреть. У нас было очень разнообразные столы, очень разнообразные игроки. Мы и Толю Филатова насмотрелись. Александр Денисов зажигал и показывал там и 3-беты на 9-2, и слоу-роллы с Натсом. Так что там было жарко. А был какой-то суперинтересный, необычный комментарий? Ну, вообще очень много комментариев было. Мне запомнился комментарий, там человек закалировал Аллен на валет 7, и Костя Квашин написал, что, скорее всего, это просто потому, что он директор завода производства сока J7. Костя Квашин, он клевые комментарии обычно оставляет. Димочка, есть у тебя какие-то темные лошадки? Темные? Ну, да. Не знаю. Есть светлые лошадки. Есть разные лошадки. Но моих лошадок нет. Я никого не байкировал здесь, поэтому, к сожалению, не смогу нажить. Чуечка нет. По цифрам. Много смотрят? Ну, вчера на пике было больше 4000. Сегодня нацелимся на пятерочку. Класс. Неужели это правда, что вы приехали в Сочи покататься на лыжах и случайно увидели рекламу некой покерной серии и никогда до этого не играли в покер? Ну, почти. В покер играли, но не играли на таких турнирах, на таких интересных. Приехали катать с друзьями на лыжах, да, то есть сразу хутор. Да. Ехали на такси от аэропорта, увидели ваше казино потрясающее. И не смогли не прийти вечером. Да. Пришли, увидели интересный турнир, решили зайти. Но вживую вы ни разу не играли, нет, правильно? Нет, вживую ни разу не играл, конечно же. О, мой факин гад, просто не отпустимо. Ну, ё-моё. Пошёл, поменял. Итак, мы поздравляем, Андрей победил. As I know, before this festival, you learned some Russian words. Yeah. Tell us, what do you know? Stopinka. Что? What? Stopinka. Stopinka? Like a step. Why did you need it? In the banya. Okay, don't explain. Okay. No, explain it. In the banya, they had a step and it was so dark you couldn't see. Ah. You kept going, Stopinka, Stopinka. And I was like, step. If some Russian guy tries to flirt with you, yeah, and you don't like this guy, yeah, you have to stop him by this word. Безперспективняк. Say slowly. It means zero chance. I've experienced it already. Wow, yeah. Tell us. Well, I say, look, I have a boyfriend or I'm married, this is why I wear this here. And they're still, they're like, oh, your husband, he's not here now. Or your boyfriend, he's not with you now. You want to go for dinner with me? Why you don't want to have dinner with me? Really, why? So annoying. Great, great. Без? Бер? Пе? Пек? Спек? Тивняк. Бер? Безперспективняк. 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 Cool. Ну и кол. Да. Еще и поехал в Реал. Ну уже просто, знаешь, это типа все не складывается. Да, ну. Ну что, есть 24% на возможный камбэк, но опять же камбэк до 1,5 миллиона. Очень буднично все это смотрит Алексей Бадулин. Клубный натерн даст дополнительные ауты.
Так. Дилстяутов. Нет. У нас есть победитель. Да, Влада Стоянович занимает второе место, а Алексей Бадулин чемпион WPT Russia, мейн-эвента WPT Russia 2020. Вот так вот камбэкнул, около миллиона оставалось в какой-то момент у Алексея. 5 макси, да? 5 макси, ну, на 50-100, да? Или, нет, на 60-120. Да, около того. И в хедзапе просто разорвал? Ну, действительно, все складывалось, все банки, маленькие, средние. Самый большой банк пришел к нему. Поздравляю. Турнир очень был сложный, практически все время не было карты, шел коротышка и выживал, грубо говоря. Ну, потом крутанулся в нужный момент. Кстати, благодаря Толе, вашему Филатову. Нашему Филатову? Нашему Филатову. Толя, спасибо, судя по всему. Спасибо, дружище. Ну, были сложные решения, справился, в общем. В Америку теперь поедете? Ну, видимо, придется, да, визу сделаю. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо. Потрясающей яркой победы. Вы стали, спасибо, между прочим, первым россиянином, который затащил главный турнир WPT Russia. Из всех двух. Кто-то должен был. Да, вы вот прям открыли российскую историю побед. Так что классно, поздравляем вас еще раз. И, друзья, спасибо. На этом мы завершаем вещание с WPT 2020. Всем пока.